В семье заболел муж. Ну, и отправился в больницу на обследование. Его обследовали, анализы, УЗИ, рентгены, все сделали. Все. И доктор назначил ему день, который он должен прийти, и скажут ему результат. Ну, в этот день они с женой отправились в больницу, пришли. Доктор и так, жена, останьтесь, пожалуйста, в кабинете, а муж, выйдите за дверь. Ну, и говорит жене, вы знаете, я должен с прискорбием вам сообщить, что ваш муж смертельно болен, к сожалению. Но, понимаете, только вы способны продлить ему жизнь. Вы должны полностью потакать всем его желаниям. Захотел попить пиво с друзьями, пускай идет. Ни в коем случае не забирать зарплату. Каждый день делать ему массаж, готовить теплую ванну. Всегда выглядеть привлекательно и сексуально. Удовлетворять ему так, как вы не удовлетворяли его за всю его жизнь. Делать все, жить для него, понимаете? Вы должны вот ходить с ним на прогулки, смотреть только те передачи, которые он любит, фильмы, которые он любит. И тогда ваш муж проживет долго. Вы понимаете, а самый главный нюанс – ни в коем случае его не тревожить и не нервировать. И все будет у вас замечательно. Ну все, жена выходит, муж к ней подбегает. Ну что там сказал доктор, что? Жена встала. Витя, ты скоро помрешь.